Очень рад, что мы присутствуем на выставке. В общем, это центральное событие инструментального мира, причем не только российского, но и выставка имеет международное значение. Здесь мы представляем, во-первых, продукцию Interschool. Мы производим ручной электро-бензоинструмент строительного назначения, как общего назначения, так и специального. Это бетонообработка, деревообработка, металлообработка и аккумуляторная программа Interschool API. Это единый аккумулятор, который будет применяться не только на шуруповертах, но и на перфораторах, углошлифовальных машинках, дисковых пилах. Кроме того, мы представляем новую разработку нашу. Это платформа MST. Платформа MST – это платформа поддержки пользователей, которая позволяет отслеживать весь путь прохождения инструмента, весь цикл его жизни, начиная от производства и заканчивая утилизацией. Разумеется, мы учитываем предпочтения наших пользователей, абсолютно не забываем про молодую аудиторию, хотя у нас более старшее поколение, основные потребители инструмента. Но, безусловно, мы сейчас разрабатываем новую линейку. Это будет продолжение вот этой программы MST, это так называемый умный инструмент, который будет подключаться к смартфону, к компьютеру, и можно будет управлять самим инструментом, получать какую-то информацию от него. И мы рады будем приветствовать на нашем стенде всех потребителей инструмента, пусть даже они не работали еще с Interschool, но пусть они приходят, познакомятся, возможно, их что-то заинтересует, какой-то инструмент. Потому что инструмент доступный, надежный и в то же время недорогой.